А сегодня в топовую рамку попадает вот этот комментарий. Он первым продержался более 10 часов без ответов. И ты точно так же можешь оказаться в этой рамке. Для этого просто оставь креативный комментарий и, как было сказано ранее, просто первым продержись более 10 часов без ответов. Ребята, всем привет, с вами снова Дони. И сегодня у нас новенькая серия по РП-боксу. И давайте по традиции мы начнем эту серию с приветов. Напомню, что в начале каждой серии по РП-боксу я передаю приветы всем тем, кто при регистрации на 7-м сервере указывает мой код. Сам код вы можете найти в описании к этому ролику. И сегодня я передаю привет Артему Вестнеру, Александру Бочкову и Петру Андреевичу. Итак, чем же сегодня мы с вами займемся? Сегодня я бы хотел купить себе автомобиль. Вообще на днях я общался с человеком, и он мне сказал, что куда выгоднее покупать машину не прямо в автосалоне, а на БУ рынке. Но после этого я узнал, что в автосалоне на покупку первой машины действует скидка в размере 20%. Поэтому сегодня я бы хотел прокатиться в автосалон. У нас здесь всего два автосалона. Это средний класс и премиум класс. Так, мы ставим GPS и, ребята, погнали. Вообще, хотя бы посмотреть, какие там машины продаются. Вообще, я знаю, что минимальная стоимость, если я, конечно, не ошибаюсь, вроде бы 150 тысяч. Но там еще скидка типа процентов 20, да, поэтому, возможно, мы что-нибудь сможем купить себе интересное. Окей, мы пока бежим. У нас, ребята, 279 тысяч. Слушайте, мы пробегаем через автосалон премиум класса. Я даже не знаю, есть смысл заглядывать сюда. Потому что по-любому здесь все очень дорого. Окей, погнали в средний класс. А вот, ребята, мы уже и на месте. Так, мы перебегаем, пока нас не сбили нафиг. Так, никого нет, да? Отлично. И, ребята, погнали. Так, мы заходим в автосалон. И давайте посмотрим. А, 25%, да ладно. Ух ты, ребята, это круто. Это реально круто. Блин, такая аудюшка классная. S4 Avant. Ребята, я бы себе ее забрал. Вот по-любому. Давайте посмотрим, что еще есть. Что у них по Audi. Ясно, это все очень дорого. Знаете, вряд ли я себе смогу купить сегодня Audi, поэтому, наверное, имеет смысл поискать АвтоВАЗ. Даже вот Polo, ребятки, я даже не могу купить себе Polo. Офигеть просто. О, УАЗики пошли, офигенно вообще. Так, что еще есть? Supra. Блин, классная вообще тачка. Так, Impreza. Ну, это все очень дорого. Rolls-Royce, понятно. 16 миллионов, офигеть. Range за 5 лямов. Так, что еще есть? Panamera, понятно. Вот Skyline, блин. Все-таки сегодня, скорее всего, я буду покупать себе АвтоВАЗ. Так, Evolution, понятно. Mercy. Вот это красавчик вообще. Классный, классный. Так, Lexus. Понятно, Ламба, Ураканчик, и вот АвтоВАЗ, вот это я понимаю. А, получается цена 200 тысяч, а с учетом скидки здесь получается цена 150. У нас 270 тысяч, и давайте посмотрим, что мы можем себе купить. Так, семерка, понятно, четырка, двенашка, приора уже дорого, да, получается? А, ну да, по идее, все, ребята, больше ничего нет. Так, а что еще здесь есть? Типа Infiniti, да, Dodge здесь. Вайпер и Челленджер, да, получается. Камара, Шевроле, Эскалейд. И, в принципе, Бугатти, офигеть. Вообще офигеть. Бентайга, понятно. Вот это классная тачка. И стоит, в принципе, недорого. То есть, 1 300 000, как бы, ну, реальные деньги. Ну, я бы взял бы себе, конечно, Авант. S4 Avant. Это вообще классная тачка, просто великолепная. Ну, у нас, ребята, выхода нет, поэтому я сегодня буду покупать себе АвтоВАЗ. А если быть точным, то я буду покупать себе, ну, либо семерку, да, либо четырку, либо двенашку. Двенашка двухдверная, да, получается. Четырка или семерка. Что у них по скорости? Семерка 190, четырка... А, ну, в принципе, одинаковые, что ли? Только в семерке объем бака поменьше, да, получается? Знаете что, наверное, я куплю себе четырку. Только вот, конечно, она заколхожена прям по полной. Интересно, если мы ее купим, она же, по идее, окажется в стоке. Так, мы ее выбираем, теперь цвет. Белый, серый, черный, желтый, красный, оранжевый, синий, голубой, фиолетовый, зеленый. А еще есть варианты какие-нибудь? Давайте, наверное, пока черную, потому что я думаю, что мы, скорее всего, после этого поедем в автомастерскую. Так, да, я покупаю.
Ребята, ух ты, блин. У меня есть тачка. Ребята, у меня есть машина. Зашибись, и я почему-то оказался в автосалоне премиум класса. Вот это, ребята, просто офигенная тачка. Так, ну что, давайте, я думаю, что мы сейчас прокатимся куда-нибудь в автомастерскую какую-нибудь. Так, я думаю, что проще будет, если мы поставим прямо GPS. Так, салон, нет, ремонт. А где, а где, а где, а где? А, вот тюнинг, да? Все, мы поставим, ставим GPS, отлично. Так, мы, значит... заводим машину, да, включаем фары, пристегиваемся и, ребята, погнали. Ой, какой же... Да, ребят, вот это скорость. Не, ну вообще-то, конечно, прикольно сделано. Так, мы включаем типа поворотничек. Нормально, субарист прям поехал. А, не понял, почему у меня поворотник... Чего? А почему у меня левый поворотник работает как бы справа, а правый слева, что? Я не понял вообще. Как-то это очень странно, конечно. Блин, ребята, просто жесть. У меня машина вообще нифига не двигается. Вот это скорость, ребята, жестко, конечно. Ладно, я думаю, что это временно. Так, мы сейчас поворачиваем. А, здесь же можно еще, по идее, от первого лица, да? О, ребята, просто класс. Офигенно, конечно. Так, нам бы не проехать. Кажется, я проехал, да? Здесь две сплошные. Так, никого нет, надеюсь. Надеюсь, никого нет. Мы так вот быстро, опа. Отлично, вот мы уже подъехали. Выключаем двигатель, да? И дальше нажимаем левый Alt. Отлично, так, что же, ребята, мы имеем? У нас здесь есть бронирование и тормоза. И что, все? А, блин, просто вниз. О, я тупой вообще, жесть. Так, а что у нас по деньгам? Я забыл. Давайте посмотрим. У нас 120 тысяч, ну, в принципе, неплохо, да? Так, мы... да елки-палки. Ладно. Отъезжаем, конечно, блин, скорость вообще просто нереально низкая. Так, отлично, давайте мы посмотрим. Сразу же хочу поставить двигатель какой-нибудь, ну хотя бы... Ну если не максимальный, то хотя бы средний, да, давайте поставим. Отличненько, так, мы поставили движок, фары, понятно, кузов. Тонировочка, тонировочка, по ГОСУ 25%, это все по ГОСУ, тоже не по ГОСУ, ё-моё, нифига себе. Давайте пока обойдемся без тонировочки. Колеса. А как-то можно их... О, вот оно, нифига себе, миллион. Офигеть вообще, конечно. 35 кусков, что-то здесь такое есть. Так, давайте сначала мы посмотрим первое самое жизненно необходимое, да? А потом уже все остальное. Так, цвет. Ладно, давайте, я думаю, что мы, знаете, что сделаем? Мы сейчас сделаем... Я думаю, что внешне машину мы пока не будем особенно трогать. Я бы хотел поставить ей какие-нибудь интересные каточки. Так, это, я так понимаю, что делается у нас вот здесь вот, да? Так, что у нас здесь можно поставить? Ну, стоковые, понятно, это неинтересно. Давайте посмотрим вот эти. О, ни хрена себе. Слушайте, а смотрится прикольно. А вот эти вот, интересно, как? Эти, в принципе, тоже неплохие, но я думаю, давайте мы... А это что у нас? Ну не, не, давайте, я думаю, что поставим ей какие-нибудь вот такие вот, да? Прям такая черная четырка на таких вот катках, офигенно смотрится, конечно. Я думаю, давайте поставим спортивные тормоза. А то у нас как бы есть двигатель, а тормозов получается, что нет. Так, двигатель, фары, а что по фарам? Ксеноновые, о, давайте поставим ксенон, что ли, почему бы и нет? Ну, в принципе, я думаю, что на этом можно и заканчивать. Так, мы выходим, значит, да-да-да, все это дело купить... Покупаем. И у нас остается 100. Ой, у нас остается 24 тысячи. Мы машину заводим. Так, давайте мы включим фары. О, блин, реально ксенон, да? Где же скорость? Ну, конечно, да, ребята, скорость здесь такая, знаете. Это у нас S4, да, по идее? Прикольная такая, интересная машинка. По-моему, смотрится неплохо. Давайте посмотрим ее максимальную скорость. Так, сейчас мы так вот разворачиваемся. И давайте вот здесь мы просто, ребята, педаль в пол и поехали. Знаю, что, скорее всего, это, ну, штраф. Если нас сейчас поймают, то это, конечно, будет очень плохо. 150, 160, нифига себе, нифига себе наваливает просто. Это уже дворовая территория, ё-моё, 170, ребята, 170, вау, тихо. По-моему, 170 неплохо, но мы пока еще не проверили, на что она способна полностью, поэтому я думаю, давайте мы сейчас куда-нибудь прокатимся вот на шоссе. Там вот, я думаю, давайте мы сейчас как-нибудь развернемся, да? Ой, чувак, осторожно, блин, что делаешь-то? Так, мы поворачиваем, типа такие мы культурные. Знаете, в чем прикол? У меня реально левый поворотник стоит на правой клавише, а правый поворотник у меня стоит на левой клавише. Сейчас мы поворачиваем направо. Отличненько, вот так вот. Что у нас там, куда дальше?
прямо, потом налево, потом направо. Просто хочу посмотреть ее максимальную скорость, на что она уже способна у меня. Так, отлично, отлично. И вот сейчас мы поворачиваем направо. Так, включаем поворотничек, все по-культурному. Отлично. И по идее вот сейчас, да? А, ну там в принципе шоссе, и там, ребята, мы конечно сейчас по полной втопим, понаваливаем, посмотрим, на что она способна. Поворачиваем, отлично. И, ребята, погнали. Просто вот просто мы втапливаем педаль в пол. Давай, 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 четырка. Ну знаете что, она мне в принципе внешне нравится. Ей бы еще, конечно, тонировочку. Какой-нибудь минимальный внешний тюнинг. И в принципе машина была бы просто идеальная. Так, 173, 177, 178. Подъем наверх. Там никого нет, интересно, да? Все окей, все в порядке, так. Мы сбросили скорость немножко. Давай, давай, 120, 130. Конечно, я когда был в автосалоне, я видел ее максимальную скорость. Но мне интересно вот именно с этим движком, на что она способна. Разгон просто очень медленный. Но, ребята, машина по идее как бы первая, поэтому не страшно совершенно. 130. Ну, ребята, да, где-то около 178 она выдает. Я считаю, что это неплохо. Так, давай, 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 давай. Отлично. А что у нас здесь? Это какой-то типа район, да? Давайте мы повернем, посмотрим. Интересно, нас как бы здесь не завалят? Просто, ребята, гляньте, весь двор заставлен машинами, нифига себе. Крутые здесь живут ребята, однако. А, возможно, это какая-то мафия, типа, да, или что это? Если вы, ребята, знаете, то в комментариях пишите, потому что я не в курсе. Давайте еще буквально вот немножко понаваливаем. Сейчас мы направо так вот повернем. Нифига себе, так резко, однако. Давай, давай, четырка, тащи. А, нужно было вон там вот слева ехать. Что-то я тупанул прям по-жесткому. Давай, четырка. 130, а, это тупик, да, что ж ты будешь делать-то, а? Окей, разворачиваемся, и давайте вот сейчас мы узнаем ее максимальную скорость. На что она способна? Давай, давай, да давай, ну же. 120, 130, конечно, да, вообще просто разгон у нее очень долгий. 150, 160. Осторожно, осторожно. Ну, я думаю, ребята, да, ну нифига себе, блин, по встречке такой чувак просто пашет. Охренеть можно просто. Насколько я понимаю, сейчас у нее максимальная скорость в районе 178 км в час. Давайте мы сейчас еще полный бак зальем. Так, мы паркуемся, да, мы заливаем полный бак. Ну и в принципе, ребята, я думаю, на этом мы эту серию будем заканчивать. Я очень надеюсь, что она вам понравилась и вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!